Всем привет, ребята! С вами Копхак, и сегодня у нас видеообзор всех функций чита накопатель онлайн Копхак. Для начала выберем процесс с игрой. В 99,9% случаев этот процесс отмечен этими стрелочками. Но если вы выбрали этот процесс и у вас не активируются функции, то выберите другой процесс, и так до тех пор, пока функции не заработают. Ну что ж, пойдем по списку. Первая функция у нас летчик, активируем ее, она у нас активировалась, и мы взлетаем. Вот как видите, мы парим и можем взлететь куда захотим, вот на это здание, например, да вообще куда угодно. Следующая у нас функция — это длинный прыжок. Благодаря нее мы сможем перепрыгивать в длину 4 блока. Давайте ее активируем и смотрите, как мы перепрыгнем спокойно этот мост. А если не верите, то вот вам вид от третьего лица. Следующая у нас функция — это высокий прыжок. Благодаря нее мы сможем прыгать в 2-2,5 блока вверх. А если мы активируем эти две функции вместе, длинный прыжок и высокий прыжок, то мы сможем перепрыгивать более длинное расстояние. Следующая у нас функция — это быстрая кирка. Благодаря нее мы сможем намного быстрее ломать блоки. Следующая у нас функция — это спидхак. Благодаря нее мы сможем очень быстро передвигаться по карте. Ну, как видите, действительно мы быстро передвигаемся. Следующая у нас функция — это сквозь текстуру. Она больше подойдет через прохождение сквозь стекло и решеток. Ну, а если вы пойдете через другие какие-либо блоки, то вы просто провалитесь и все. За карту и появитесь на респе. Но всегда можно проскочить, если стена шириной в один блок. Бесконечные вещи. Окей, окей. И теперь ставим абсолютно любые вещи на карту. Давайте, например, поставим две ванны. Вот запомнили, сколько у меня ванн? Две были, да? Давайте еще стол поставим, сохраняем карту и перезапускаем игру. Эта игра у нас запустилась, открываем мои карты. Заходим на ту же карту, на которую мы только что были, поставим в прошлом, чтобы никто не заходил. Теперь загружаем эту карту. И вот как видите, ванна у нас стоит. Как видите, ванны остались две, столы тоже остались. Следующая у нас функция — это антилава. После того, как мы ее активируем, мы сможем ходить спокойно по лаве и не бояться, что мы умрем. А после того, как ее деактивируем, то мы просто сгорим в лаве. Следующая у нас функция — это хрупкие кубы. После того, как мы ее активируем, мы можем выносить любой блок с одного удара. Как и полные блоки, так и полублоки. Ну и все остальные виды блоков. Следующая у нас функция — это длинная кирка. Благодаря нее мы сможем ломать блоки в 4 раза дальше, чем обычно. То есть в 12 блоков. Чем привычных 3 блока. Чтобы отключить функцию, нужно нажать F2, потом F1. И мы сможем заново ломать в 3 блока в длину. Следующая у нас функция — это сохранить топ-карту. Для начала мы должны зайти на саму карту, которую хотим сохранить. Как видите, я не модератор, даже не могу строить. Но нажимаем «Сохранить топ-карту», и мы теперь администратор тут. Ну и теперь мы можем сохранить карту. Вот, как видите, появилось поле «Сохранить», «Сохранить карту». Ну и теперь заходим на карту. И как видите, эта карта у нас сохранилась, и мы тут администратор можем строить. Карта называется «Копхак». Вот моя карта. Следующая у нас функция — убрать пароли серверов. Ну, как видите, карта называется «Огурцы», и мы не можем сюда зайти, потому что тут запаролено. Неверный пароль. И давайте уберем пароли серверов. И как видите, мы теперь можем зайти на эту карту, и никакого пароля даже не нужно писать. И как видите, я зашел, не могу ничего тут делать, к сожалению. И я заперт. Нет, не заперт. Хотят меня забанить. И следующая у нас функция — админка плюс смена ника. Я уже нашел сервер, который заходил, который запаролен. И сейчас мы туда попытаемся зайти в роли админа. Давайте сначала туда поменяем ник. Так, админка плюс смена ника. Пишем свой ID, но я думаю, вы знаете, какой ID от ВК. Следующий у нас AUCHKEY. Сюда нажимаем Ctrl-U и Ctrl-V. И сюда пишем AUCHKEY. И вот, как видите, вот он у нас, копируем его и вставляем. Это нужно только сделать один раз, потом просто нажимаете сюда, в это поле, и она сама автоматически становится. Теперь нажимаем авторизоваться, нажимаем ОК и пишем ник админа. Я его запомнил, там сельди. Вот такая штука, потом такая и такая. И сменить ник и цвет. Да, так еще можно поменять цвет, но я не буду это делать. Ник успешно изменен. Запомните еще, как называется карта и на каком сервере вы играете. Теперь перезагружаем игру. Если я правильно написал ник, то я сейчас буду админом. Ну, посмотрим. Да, я админ, ребята. И можем забанить, но я не буду его банить. Зачем? Так. Сюда. И посмотрим на их реакцию. Я им обещал вернуться, когда еще. Что за... Сейчас напишем, я обещал вернуться. Хотя мы можем строить и ломать. Но я ничего не буду им ломать.
Пусть играют ребята. А, вышли, ну ладно. Единственный способ, чтобы меня выгнать, нужно закрыть сервер. Ну, я тоже могу закрыть сервер, и тогда они, если не успели сохранить, то все пропадет. Но я не стал им ничего закрывать. Следующая у нас функция изменения названия карты. Мы тут можем поменять как и цвет, так и название самой карты. Пишем сюда свой ID, ну, вы знаете, как ID свой найти, я думаю. Выберите номер слота, у меня будет первый лучше слот. Это все сохранилось, как я в прошлый раз все делал. А если первый раз, то нужно самому AUCHKEY там искать и ID. Ну, я вам показал уже, как AUCHKEY найти. И выберем новое название. Например, чит. Пусть будет чит. Так, цвет еще поставим, желтый пусть будет. И сменить имя карты и цвет. Все, теперь перезапускаем игру. Ну и как видите, карта называется чит. Первый слот, цвет желтый и название чит. Следующая у нас функция — это победа в режиме беги. Ну, как видите, тут не набралось еще только 7 из 8 игроков. И чтобы не ждать, пока игра начнется, просто нажимаете победа в режиме беги. И вы провалились по землю, умираете раз, умираете два. Ну, пролетаете один раз, потом второй и умираете. Ну и все, игра закончилась. Когда вы умираете, вы занимаете последнее место. А игроки, те, которые бы остались в лобби, они будут потом играть. А вы просто можете выйти и заново зайти и опять накрутить. А если найти сервер, где вы только один, и активировать эту функцию, то вы займете первое место и дадут вам больше денег и опыта. Ну что ж, пришло время продемонстрировать вам функции войны. Первая у нас функция — это оружие. Для начала мы должны выбрать в первый слот пистолет Люгера и все, в принципе. И теперь активируем эту функцию, и у нас появляется это окошечко, и мы выбираем любое оружие, которое захотим. Вот, например, вот это. Теперь вот так вот, и вот она у нас в первом слоте. Вот, мы его убили. Давайте активируем следующую функцию, это у нас прострел сквозь стены. Оружие мы оставим. Вот, патроны у нас активировались, и как видите, они у нас теперь не тратятся. И можем стрелять сколько захотим. Быстро рушить кубы. Сейчас посмотрим. На этой карте запрещено рушить кубы, поэтому мы не сможем эту функцию активировать. Ну, суть вы, наверное, поняли. Тут просто... Если на карте можно ломать, то стреляете просто по кубам, и они просто разрушаются с одной пули. Давайте теперь видеть ники сначала активируем, чтобы попробовать сквозь стены это прострелить. Нет, это не то, надо сквозь стену. Ну, как видите, мы его убили сквозь стену, благодаря прострелу сквозь стен, конечно же. И вот, ребята, я активировал мегакилл. И просто вот можем спокойно убивать. Следующая у нас функция невидимка. Для ее активации нужно встать в укромное местечко, чтобы вас не нашли. И ее активировать. И спокойно бегать по карте. Мы, по идее, у врагов стоим вон там, и они нас не видят здесь. Так, давайте теперь найдем кого-нибудь. А не нашли мы никого, потому что на сервере больше меня никого нету. Ладно, давайте активируем еще одну функцию. Это антиотдача. Ну, как видите, пули летят туда, куда я их направляю. И даже разброса никакого нету. Ну, а на этом я с вами прощаюсь. Сегодня я вам показал все функции этого чита. Подписывайтесь на канал, ставьте большие пальцы вверх. Ну и скачивайте, конечно же, чит. Если что, то все ссылки в описании. Пока-пока.